Быть спортивным, здоровым и активным модно во все времена. Иметь счастливую семью – мечта каждого человека. Воплотить мечты в реальность, используя для здоровья, провести время, смогли участники конкурса «Папа, мама, я. Спортивная семья». Побороться за звание самой быстрой и ловкой команды собрались вместе дети и их родители. Перед началом соревнований команды «Веселинка» и «Задоринка» представили на суд маленьких зрителей и строгого жюри свои девизы. Это позволило узнать о нравах и увлечениях участников. Мы задорная семья, папа, мамочка и я. Мы пришли соревноваться, мы готовы состязаться. Мы веселые ребята, мы ребята наш коллега. Любим спортом заниматься, любим вместе развиваться. Этапы конкурса включали в себя ряд заданий. Мамы и папы, девчонки и мальчишки бегали на перегонки, ловко прыгали, преодолевали одну эстафету за другой. Состязание с мячами, скакалкой, бег в мешках участникам было, где проявить свою сноровку и умение. А маленькие зрители поддерживали обе команды, их победы и небольшие поражения дружными аплодисментами. Из конкурса в конкурс участники соревнований шли с переменным лидерством. И только на последнем этапе команде «Веселинка» при счете 6-3 в их пользу удалось окончательно вырвать победу из рук соперников. Подводя итоги состязаний, заведующая детского сада Наталья Чекмарева вручила юным капитанам команд грамоты и поблагодарила всех за активное участие в конкурсе. Поздравляю вас всех со спортивным праздником. Желаю вам здоровья, быть задорными такими, быть веселыми, как ваши команды, не болеть никогда и приходить к нам в гости почаще. В здоровом теле здоровый дух. Таких людей не страшат никакие трудности. И спортивные семьи, принявшие участие в конкурсных соревнованиях, смогли доказать это на деле. Ирина Пивоварова, Варвара Павлова, «Наш город».